Чукотка вышла в финал 5-го Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиции». В этом году в связи с пандемией он проходит в очно-дистанционной форме. Наш регион на фестивале представляет участница заслуженного коллектива народного творчества фольклорно-эскимосского ансамбля «Атасикун» Екатерина Камыет. Сейчас она активно готовится к финальному туру, который пройдет со 2 по 5 августа. В классе фольклорного искусства Дома народного творчества слышны звуки ярара. Эта участница эскимосского ансамбля «Атасикум» Екатерина Камыет готовится к финальному этапу Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций». Он проходит в России в 5-й раз, только в этом году в связи с пандемией в очно-дистанционном формате. Главная цель фестиваля – выявить, развить и поддержать детей, проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и искусства, а также приобщить их к ценностям этнокультурного наследия региона. Участников финала жюри оценивало по видеороликам. Они поступили из 58 регионов России, а также Армении, Франции и Донецкой Народной Республики. Участница с Чукотки Екатерина Камыет успешно прошла отборочный тур. На нем юная артистка представила два национальных танца. Первый этап я исполняла эскимосский танец «Поют и танцуют девчата». Автор Аяя. Основная мысль этого танца – где-то поют девчата и веселятся. Исполняла также «Девушка с голубых озер». Это чукотский сценический танец. Автор Елена Нуникел из села Алькатвам. Неожиданно, конечно, думала, что не пройду, но таких ожиданий я не ждала. Сейчас идет активная подготовка к финальному этапу творческого соревнования. Каждый день в Доме народного творчества проходят репетиции и продумываются детали будущего сценического костюма юной артистки. В финале Екатерина Камыет представит чукотский танец. Мы делаем новую постановку на нее, чисто чукотскую. Это вот вы видели уже танец с яраром. Немножко сложновато для Катюши, потому что нужно совместить два разных ритма и соединить их воедино, чтобы это было единое музыкальное ритмическое произведение. Шаги хорошие у нее есть, она слышит, ей тяжело, но она старается, она работает. Это не первые соревнования в жизни юной артистки. Екатерина Камыет – одна из выдающихся участниц фольклорного эскимосского ансамбля «Атасикум», призер многих городских и региональных конкурсов, обладательница гран-при фестиваля «Юные дарования Чукотки» и вот финалистка Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций». Его финальная часть пройдет со 2 по 5 августа. В ней примут участие более 200 солистов и творческих коллективов. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, «Вести Чукотка».